Мы разучились получать удовольствие. И стрессы, и скорость жизни. Куда-то все бегут, торопятся. Это как можно получить удовольствие, но продолжительности. Если меня постоянно что-то куда-то выдергивают, да как я получу удовольствие? Да никак. А что будет, если я перестану получать удовольствие? Я разучусь его испытывать. Это же нейрофизиологический процесс. Чтобы это происходило, должны быть соответствующие процессы в мозгу происходить. Иначе будет депрессия, а будет депрессия, будет нежелание жить. Поэтому я пропагандирую эпикурейство. Что такое эпикурейство? Получение удовольствия от того, что вы делаете. Не гнаться за удовольствием, а обнаруживать их здесь. Моете руки под тепленькой водичкой. Получаете удовольствие. Понимаете? Вышли на улицу, небо, понимаете? И вы так думаете про это. О, как! Вот оно хорошо. Таким образом, по чуть-чуть, помаленьку увеличиваете в своей жизни удовольствие.